Ну, как видно по нашему внешнему виду, к предстоящему отпуску мы готовы, наверное, даже лучше, чем к сегодняшнему эфиру. Вот. Аня, ты где, да, кстати, куда собираешься? Я еду в аэропорт, Андрей. Угу. Да, начну оттуда. Прекрасный выбор. Я думаю, что по-любому будет быстрее, чем у меня с автовокзала. Ага, судя по тому, что у тебя есть надувной матрасик, ты, очевидно, собираешься в Нарвоису отдыхать. Не, ну чутское. Я когда билет покупал, Нарвоису выговорить не смог. Да, это правильно, Андрей. Да. Но, Аня, у меня есть плохая новость для тебя. Да, все-таки что ты, перед какая? Тем, как уехать, придется поработать. Что? Еще один как эфир провести. Подожди, как поработать? Я не готова поработать, я не могу. У меня крем от солнца уже здесь. Отпуск, у кого-нибудь есть отпуск? Тут человек устал работать. Я не готовилась к эфиру, Андрей, ладно, я не могу эфир простой, работать. На самом деле, смотри. Сначала придет бармен, приготовит коктейль, потом... Ой, это как в отпуске. Из танцевальной школы Credo Dance с ними мы потанцуем. Мини-диско. Потом у нас ансамбль на сцене. Пьори сегодня группа так, называется. Так, тоже всегда в гостиницах потом по вечерам. Потом мы о фестивале Манка Бутик поговорим. Это про магазины? Бутик. Практически. Ага. Ну и, конечно, вспомним, каким он был минувший телевизионный сезон. В общем, через 5 минут начнем. Господи. Эти 5 минут пролетят, как и наш отпуск. Ну, знаешь, не вот так страшно. Точно, как на... Пошли. Да, давай.